Вот такой велосипед я приобрел примерно 2 месяца назад для мальчишки моей сестры. Ему 7 лет. У него дома есть велосипед, но когда он ко мне приезжает, мы тоже катаемся на велосипеде. До этого у него был велосипед тоже с приключениями, там примерно вроде 18 скоростей было, 24 колеса были. Но он железный был, тяжеловатый. И немножко маловатый, конечно, уже. Так я посчитал. Он за мной не успевает, так как у меня 28 колеса. И я вот случайно в интернете наткнулся на такой велосипед, алюминиевый. В городе Калсру я его купил за 5 евро. Скорости не работали, сидушка была порванная, колеса были спущены, камера задняя была проколана. Короче, я его купил, докатил до, где продают велосипеды, попробовал там накачать. Заметил, что камера проколана, оставил велосипед. Там покрышки стоили дорогие, и поэтому я пошел в другой магазин овощной. Там тоже продавали покрышки, Kaufland. Там 5 евро стоит покрышка, камера. Купил ее, вставил, накачал, колеса работали. Оставалось, что скорость не мог настроить. Ну, я поехал все-таки домой на нем потом. Кое-как скорости, там, одна скорость работала, я самую тяжелую поставил, 7-ю, и поехал. Позже я уже прикупил сидушку, она тоже бэушная, но новая, за 5 евро. Как говорится, скорости, я возился дома, не получалось. Я отдавал мастерам, которые подешевле делают, но они поменяли. Вот это сначала все равно плохо работало. Потом трос поменяли, тоже плохо работало. Потом поменяли вот эту вот, она бэушная. Трос и это вот, кликбокс, они новый поставили, а эту бэушную взяли. И мне обошлось это в 15 евро, их не ремонт, но работает так себе. И когда я велосипед забирал от них, домой ехал на нем, они заднее колесо не затянули. Кое-как там натягивал, доехал до соседней деревни, там остановился у одного дома, человек мне затянул, я уже благополучно домой доехал. Короче, лишнее я все снял, чтобы он легкий был, багажник снял, освещение снял, а остальное уже все, уже, как говорится, нечего больше снимать, чтобы он легче был. Я его взвесил, 13,7 килограмм, все-таки тяжеловатый. Здесь еще можно было снять вот эту вот штуку, закрывает велосипед, она более такая железная, может быть, тоже, ну, тут 200 грамм, может быть, 300. Оставил, ладно, пускай закрывается, так вот, на всякий случай можно закрывать. Пластмассовые такие крылья хорошие, они гнутся. Ну и все, как говорится, смазал я его весь. Подшипники все почти смазал. Все, что скрипело, осталось тут вот немножко скрипит, надо сейчас разобрать. Я сначала думал, педаль скрипит. Смазал тоже подшипники все в педалях. Мне кажется, вот еду, когда вот давлю на педаль, и когда она освобождается, треск такой. Я так думаю, что где-то здесь я надо что-то посмотреть. Или сама уже ослабла. Потому что я еду, а я не ребенок, как говорится. Ну, такой вот велосипед. В общем, обошелся мне 5 евро велосипед, камера 5 евро и 15 евро ремонт. Это получается 25 евро. Вот такой вот велосипед, и пацану можно уже кататься. Отлично. Алюминиевый, легкий. Хотя не очень сильно легкий, потому что мой велосипед 28 колеса и тяжелый, и он весит у меня что-то 16 килограмм там. Разница небольшая. Все, вот такая вот небольшая информация. Если что, можно всегда найти бэушные велосипеды, немножко починить и за копейки почти. Все, ставим лайки, подписываемся и советуем всем дальше мой канал.